Ир, знаешь, я вот хочу сказать, что, наверное, она самая злободневная тема, которую, по крайней мере, нас с тобой особенно трогает не только за душу, но и по всему телу, это энергосбережение и отопление. Я предлагаю только, чтобы мы поговорили об энергосбережении, поговорить со следующим гостем. Об отоплении, да. Об отоплении. А у нас сегодня в студии Алексей Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства. Мы поговорим об отоплении, потому что погода, к сожалению, оставляет желать лучшего. Как говорится, не май месяц на дворе, но тем не менее, надеюсь, что никто не замерзнет. Доброе утро. Доброе утро. Ну, традиционно, как ваше настроение, как добрались? Настроение отличное, это замечательное прекрасно. Утро. Такое бодрящее. Да, тут это... бодренько. Да. А тут тоже бодренько. Я очень... знаю, что даже бодро на вас смотреть в одной рубашке. Ну ничего, я пока еще. Ну что ж, хотелось бы сразу спросить, как вот в общем и целом обстоит ситуация с отоплением у нас вот на Крымском полуострове? Ну, традиционно, ежегодно. У нас есть два сезона, осенний-зимний, который еще называется отопительным, ну и весенний-летний. Естественно, коммунальщики города, да и всей страны готовятся к отопительному сезону. И то есть правильно я понимаю, весной. Что к вам к самым, как прямым образом соответствует фраза «готовь сани летом, а к телегу зимой». Ну, да, мы так и делаем. Даже начинаем сани готовить весной, потому что для качественного прохождения УЗП весной делаются весенние акты осмотра домов, то есть выявляются недостатки, которые могут препятствовать впоследствии нормальному прохождению отопительного сезона. И как бы отопительный сезон – это не только подготовка батареи там, и внутренних систем подачи теплоносителя. Это целый комплекс работ в доме, в многоквартирном, который подразумевает под собой приведение в порядок крыши для устранения течи, щелей в домах, щелей на общем имуществе граждан, то есть в подъездах, проверка уплотнения дверей, чтобы тепло, которое приходило в дом, ну, понапрасну не уходило и не было большой теплоподачи. Я скажу, что в этом году был к осенне-зимнему периоду подготовка была довольно серьезной, то есть исключали какие-то формальные подходы, ну, как раньше, то сделать. Бумажку написали, но делать ничего не делали. В этом году более качественно подходили, выявили много проблем, которые, конечно же, устранили. На сегодняшний день наши муниципальные унитарные предприятия и управляющие компании готовы на 100%. Алексей Александрович, а насколько изношенный жилой фонд у нас? Насколько сильно приходится ремонтировать? Это одна из самых главных проблем. Не только жилой фонд, но и все сети, которые ведут к домам, то есть сети теплокоммунэнерго, изношены в некоторых местах до 60-70%. То есть они вы не раз видели, что во время начала отопительного сезона, когда подается давление, подается теплоноситель, начинают появляться ямки, окопы, в которых там копошатся люди. Это сотрудники теплокоммунэнерго, которые самоотверженно в любое время, при любой погоде устраняют те недостатки, которые появляются, то есть течи, порывы. Ну, к сожалению, это происходит каждый год. Я думаю, что этот год не будет исключением, но стараемся минимизировать. И теплокоммунэнерго ищет те пути, чтобы граждане не оставались в холодных домах. Алексей Александрович, скажите, а существуют какие-то способы глобально решить эту проблему? Может быть, что-то можно с этим сделать на государственном уровне? Глобально решить эту проблему только с помощью там, целевых программ, которые существуют в Российской Федерации. А внедряются ли? Федеральных целевых. Производить ремонт, замену всех теплосетей. Ну, естественно, это внедрение, чему сейчас уделяется большое внимание, внедрение энергосберегающих технологий. То есть как в области электричества, так и в области тепла. Потому что, ну, как бы, что говорить, что старые коммуникации, естественно, ведут к большой теплопотере. То есть новые, ну, и что в энергосбережении, вот мы там, у нас есть программа энергосбережения, которая подразумевает постепенный переход на энергосберегающие осветительные приборы в городе, которые будут мало того, что экономить энергию, но еще экономить деньги горожан. То же самое с тепловой энергией. Как бы новые теплокоммунэнерго достаточно много уделяет этому внимания, ставят новые подстанции, новые тепловые пункты, которые более качественно делают работу. Мы же в домах тоже, естественно, наши предприятия меняют изношенные трубы на новые, изношенные коммуникации на новые, чтобы как можно больше уменьшить подачу теплоносителя, чтобы он отапливал людей, а не улицу или еще какие-то там другие помещения, в которых не находятся люди. То есть вот, например, когда я иду по улице и вижу, что из какого-нибудь люка идет пар столбом, это потеря тепла? Думаю, что да. Но надо тут понимать, что есть муниципальная ответственность,
ответственность, то есть это ответственность управляющих компаний, которая начинается, если разграничение, то есть до дома это теплоснабжающая организация, в доме это управляющая компания, которая занимается управлением этим домом. У нас еще есть разные формы управления домом, есть такая форма непосредственного управления, где сами граждане в домах, где меньше 30 квартир, участвуют в управлении своим домом. То есть собираются и решают, что они будут делать, как они будут делать. У них есть там оговоренные законодательством обязанности, заключение всевозможных договоров для того, чтобы качественно работать. Они собираются, решают, куда они потратят деньги, и потом тратят их согласно там, собранию и на все эти нужды. Но, к сожалению, как бы, ну, очень много ответственных граждан, но есть и граждане, которые не очень ответственны, есть дома с управлением, которые, вот это как бы тоже одна из наших проблем, не можем найти, достучаться, то есть есть там, приходится ходить ногами, приходить, неоднократно вызывать к себе, потому что к отоплению, к отопительному сезону должны готовиться не только службы, но и все владельцы многоквартирных домов. А много таких вот проблемных участков? Ну, самое главное, это изношенность сетей, второе, что, ну, как бы мы еще перейдя из одного законодательства в другое, они совсем поняли, что собственники многоквартирных домов – это те люди, которые принимают решение, что у них в домах будет, следят за качеством работ, которые в домах исполняются. И кроме них, за этим не проследить, не понять, что им надо, ну, никто не сделает. Управляющая компания – это та компания, которая заказывает услуги, она их выполняет. Если качественно, жильцы с этим соглашаются, подписывают соответствующие документы. Если некачественно, жильцы не соглашаются, не подписывают соответствующие документы. И вот во многих местах возникают вопросы, что жители не очень активно подходят к этому вопросу. Хотелось бы всех призвать, чтобы, чем больше контроля, жители – это конечные люди, которые получают эту услугу. В их интересах, чтобы это было качественно, в срок и так, как надо, и за ту стоимость, которую они платят. Конечно. Поэтому бывают моменты, что жители как бы не совсем и дают волю некоторым управляющим компаниям. У нас, к сожалению, в городе есть управляющие компании, которые недобросовестные. Вот мы с одной недавно расстались, это МУБЖЭК, так называлось, как бы аббревиатура. МУП – это муниципальное интернет предприятие, но МУБЖЭК к этому никакого отношения не имел. Это была какая-то многофункциональная управляющая компания. Ну, чтобы сокращение придумать, было похоже. Да. Можно себе, к сожалению, придумать название. Они в своих домах не проводили никакие работы, собирали, люди ответственные деньги. Платили, они собирали, никаких работ не проводили, к ОЗП тоже не готовились, пришлось оперативно вмешиваться в ситуацию, назначать им нашу временную управляющую компанию, которая эти дома готовила к зиме, чтобы люди не остались без отопления. Алексей Александрович, вы сказали, что если вдруг возле дома, это уже не ответственность непосредственно дома, а, скажем... Да, конечно, любой. Да. И если я, например, вижу, что где-то вдалеке от какого-то дома или жилого массива находится труба, которая дымит, мне есть смысл куда-то сообщить и доложить об аварии? Конечно. В любом случае, не только труба дымит, вода бьет из-под асфальтового покрытия. Ресурс достаточно, тем более вода, тепло, для отопления тоже используется вода. Ресурс, которого в Крыму не так уж много, поэтому любая потеря, это потеря в масштабах глобальных, поэтому есть горячая линия, что воды Крыма, что у Теплокоммунэнерго, что от администрации. У администрации есть ЕДДС, единая диспетчерская служба. Если там оперативно решаются вопросы, туда обращаются граждане, мы связываемся либо с Теплокоммунэнерго, если там человеку неизвестно, что это за коммуникации, он там не совсем разбирается. И служба ЕДДС, она оперативно свяжется с любой коммунальной службой, сообщит о том, что происходит, туда направятся специалисты, поэтому не только надо, не только нужно, всех призываю, чтобы если есть какие-то нюансы, обращать на это внимание, сообщать незамедлительно. Вот по поводу ценовой политики. Скажите, вот мы слышали, что планируется удешевление, оплаты. Насколько это правда или нет? К сожалению, ценовая политика в ведении муниципальных властей не находится. У нас есть комитет по ценам и тарифам, который утверждает все тарифы как на коммунальные услуги, так и на услуги по подаче теплоносителя, но это и есть коммунальные услуги, и они занимаются ценообразованием. Я, к сожалению, не могу ответить на вопрос по ценообразованию, насколько, куда. Я могу ответить, куда что поступит, где, куда не поступит. А вот с ценообразованием, к сожалению, не могу прокомментировать.
Мы с вами коснулись темы слегка современных технологий, которые потихонечку начинают внедряться в нашу жизнь. Не могли бы вы нас посвятить, что, вот, скажем, непосредственно в Симферополе делается, чтобы удешевлять и эффективизировать тепло? Ну, первое, на чем сейчас работают городские власти, это модернизация сетей уличного освещения. То есть это установка энергосберегающих светильников, установка умных систем, которые будут сами в зависимости от степени освещенности улицы, отключать, выключать, которые будут позволять по районам это делать. Ну, то есть те районы, которые нужно освещать в одно время ночи, те районы, которые в другое, это будет умная система, которая не будет приводить к тому, что поголовно весь город будет там гореть, иллюминация будет огромная, но как бы смысловая нагрузка не будет в этом видна. А будет пульт управления, единый диспетчер, который сможет разные районы города по-разному освещать, с разной интенсивностью, а также, ну, конечно, установка энергосберегающих ламп, которые дадут экономию. А эта экономия скажется, естественно, на оплате, которая будет производиться за потребляемую электроэнергию. Эти деньги можно будет пустить на другие нужды, которые в городе очень много. Куда надо пустить деньги для того, чтобы город преображался и становился, ну, все более и более достойным столицей республики. А вот с точки зрения сбережения тепла непосредственно вот перед отопительным сезоном что-то принято, ну, какие-то интересные, как, может таковых быть? Таковых пока каких-то интересных технологий, которые помогают экономить тепло и менять, глобально не применяется, но есть так называемое закрытие теплового контура, это остекление двери в подъездах, которые будут препятствовать выходу тепла, этому тоже в этом году большое внимание уделялось. Управляющие компании очень много провели остеклительных работ, очень много уплотнительных работ, двери уплотняли. То есть, ну, работаем хотя бы над тем, чтобы не было, пока технологий, суперпрорывных технологий нет, но работаем над тем, чтобы как можно меньше тепла уходило в никуда. Алексей Александрович, к сожалению, время подходит к концу у нас. Я вас попрошу перед прощанием все-таки порекомендовать телезрителям, как же согреться зимой в Крыму. Есть традиционные способы, как можно согреться, есть нетрадиционные, но я думаю, что Крым, регион южный, я думаю, погода нас, как всегда, будет нашим союзником, и как можно дольше сохранится теплая погода. Ну, а с наступлением холодов, естественно, батареи у граждан в домах будут нормативного состояния, я думаю, что никто не замерзнет и не будет испытывать дискомфортно от температуры на улице. Большое спасибо вам большое. Да, мы напоминаем, что сегодня в студии был Алексей Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства.